расскажите, пожалуйста, про травмированных вообще. Ну, кто в каком состоянии, кто когда готов будет вернуться? Ну, Жано, насколько мне известно, будет операцию вообще делать. Затем Юра Мовсисян, по моим данным, уже на следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе. И Ромова завтра начинает уже работать на поле, правда, по индивидуальному графику еще. И вот Дима Камбаров у нас немножко тоже приболел. Я думаю, там ничего страшного. Вот наши больные все. Макеев. А, Женя Макеев, да, к сожалению, да. Да. У него надрыв сегодня, сделали снимок, ему и недель на две Женька выпал. Надрыв приводящей мышцы? Да. Приводящей мышцы, надрыв приводящей мышцы. Угу. Это что касается больных. Теперь давайте про здоровых говорим. Так. Ну, я хотел начать продолжать тему. В связи с этим, стоит ли проблема, может, короткой скамейки, потому что вот, даже в матче с Кубани там запасных было 5-6 человек, да, взяли, даже не полная скамейка была. Не придется ли еще кого-то из дуль привлекать, хотя и так молодых составили? Ну, если вы заметили, сегодня Илья Кутепов с нами тренировался. Еще одного игрока добавим. Несмотря на то, что «Спартак-2» играет в этот же день, в воскресенье, то один игрок, я пока не буду называть его фамилию, тоже будут заявки на воскресную игру против «Урала». Скамейка короткая, но у нас молодежь есть, и молодежь уже в последних играх выступала достаточно неплохо, поэтому молодежь мы тоже будем привлекать не только к тренировкам, но и к играм за основной состав. После игры с «Динамо», когда молодежь успешно вошла в игру, многие стали сравнивать этот «Спартак», проводить параллель с 96-м годом. Вы в той команде были уже как опытный футболист, можете сравнить, есть ли что-то похожее? Ну, тогда, в принципе, нас слишком много было в 96-м году. У нас только Нар Гурулкович был в возрасте и, по-моему, Илюха Цымбаларь. А все остальные, мы молодежь была. Сейчас буквально 3-4 человека молодых. Но, как я уже сказал, я буду привлекать и именно уже в ближайших играх большое количество молодых футболистов. Кто-то из них, как я уже сказал, будет играть в основном составе. По поводу «Урала», кажется, что очень неприятный на данный момент соперник, тем более посетительный тренер, команда никого не боится, играет в открытый футбол и с Краснодаром, взяла очки, могла взять очки с ЦСКА. Сильные и слабые стороны команды, на ваш взгляд? Ну, действительно, со смены тренера команда прибавила, на мой взгляд, очень сильно прибавила. Играет в хороший футбол, совершенно верно сказали. Обладает хорошим, на мой взгляд, подбором футболистов. И видно, что ребята выходят, даже играя против ЦСКА, они две игры практически подряд сыграли с ЦСКА, не боясь соперника. ЦСКА являлся явным фаворитом, но не было видно, что Урал боялся их. И прессинговали ЦСКА на чужой половине поля. И красивые голы забивали, комбинации хорошие. Но это я завтра покажу своей команде сильные и слабые стороны Урала. Знаем, что у них есть такая потеря. Ерохин вроде получил травму в последней игре против ЦСКА. Насколько мне известно, он не будет играть. Но думаю, что кроме Ерохина, как я уже сказал, есть у них группа сильных футболистов, который может нам создать проблемы. Вот завтра мы об этом поговорим. И, конечно же, учитывая то, что мы сейчас вылетели из розыгрыша Кубка, чем мы крайне расстроены, конечно же, нам сейчас в домашней игре против Урала крайне необходима победа. Хотя, как я уже сказал, будет очень-очень тяжело. Соперник действительно вызывает такое у меня не восхищение, что ли, такое, но заслуживает уважения. Несмотря на любую ситуацию, несмотря на все травмы, в любом случае тренер испытывает давление, но это довольно сильный поступок. Выпускает сразу несколько молодых футболистов, которые там, кто-то дебютирует, кто-то там сыграл пару матчей в прошлом сезоне. Есть ли в этом смысле какое-то общение с руководством клуба и поддержка руководства клуба в таком доверии именно молодежи? Ну, мы часто общаемся с руководителями клуба, в частности с Леонидом Арнольдовичем. Практически у нас полный контакт. И то, что делали мы в последних играх, как я уже неоднократно говорил, допускали молодежь, он это приветствует. Тем более молодежь вышла неплохо, все увидели это, я уже говорил тоже об этом. Поэтому, конечно же, он прекрасно понимает. И даже несмотря, если будут какие-то, например, давать мне советы руководителя клуба, может быть, выпускать больше молодежи, может быть, наоборот, это какой-то риск. А в любом случае, решение будет за мной, и только я буду принимать решение, сколько молодежи давать времени и вообще сколько человек будет играть в данной игре. Я так понимаю, что матч «Спартак-Урал» будет первым показанным на новом канале. Каково вообще ваше отношение к созданию этого канала? И может, что-то будет специальное? Да нет, мое отношение к этому каналу очень хорошее.
Хочу пожелать, чтобы у этого канала была большая популярность. Аудитория. Аудитория, да, большая. Ну, а так, в принципе, ничего особенного нет в том, что у нас будет первый раз показывать матч ТВ. Нет, может быть, к вам уже как-то обращались, чтобы вы там давали интервью, там, может, как-то специально после матча в другом формате, нежели то, что было раньше. Ну, я буду присутствовать, да, 2 числа на передаче, которая будет посвящена обзору тура. Об этом я уже могу сказать. В дальнейшем планирую, ну, да. И я, и футболисты. Да. Дальше будем давать интервью почему-то. Да. Мне на этот случай продолжу эту тему. Вы как человек, все-таки немного в Европе поигравший, да, и наблюдавший за работой итальянского телевидения, в частности, все-таки искали на передовой, да, вы видели примеры. Насколько сейчас наше спортивное телевидение далеко от этих итальянских форматов, допустим, европейских? Да я бы не сказал, что далеко. Почему? Как телевизор, как на базу не приезжаю каждый день, включаю телевизор, там, я имею в виду спортивный канал. Очень много футбола, очень много повторов прошедшего тура, ежедневно причем. Поэтому я считаю, что много уделяется внимания. И на мой взгляд, очень полезно, кстати, то, что меня иногда в Италии раздражало, что если тур, условно говоря, воскресенье, да, и понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота практически этот тур обсуждают, эти игры ежедневно повторяют. Вот приблизительно то же самое происходит у нас. Я считаю, что это нормально. Почему нет? И для нас, для тренера, хорошо лишний раз посмотреть там, на игры соперников, свои игры проанализировать. Там, да, я думаю, что футболистам тоже интересно, когда тебя показывают, ну, 3-4 раза в неделю. Ну, это нормально, поэтому они недалеко ушли от нас, так можно сказать. Это хорошо, я считаю.